А небо какое красивое. И как здорово идти босиком по пыльной дороге. Как это здорово чувствовать ногами тепло этой земли матушки. Спасибо тебе, Вселенная, спасибо тебе, Всевышний, за то, что я чувствую, за то, что я иду, за эту красоту, за эту тишину, за этот покой. Спасибо тебе, спасибо, спасибо тебе. А вот и я, босиком по пыльной дороге. Да чего ж это здорово, да чего ж это круто. Вот знаете, мне кажется, настоящее счастье, вот оно. Я смотрела в Ютубе ролик, парень Денис рассказывает о жизни в Китае. Очень интересно, молодец, показывает, рассказывает, просто умничка. То интересно, говорит, вот здесь и живут богатые люди. Показывает центр города, многомиллионный город, огромные дома и машины бесконечные. И я смотрю, меня охватывает ужас и думаю, боже мой, бедные люди. Они живут в такой суете, вечный шум, грохот, эти машины, это небоскребы, ты не видишь неба. И показывают бедные провинции Китая. А вот здесь красивая природа, но живут бедные люди. И я смотрю, какая красота кругом. Какие же богатые, счастливые люди, которые живут в этой красоте. И наслаждаются ею каждый день. Это вот простор, красота, покой. Да в этом истинное богатство. Я богатейший человек. Я иду босиком по пыльной дороге, по теплой земле. Рядом со мной бегут мои Тобик и Звонок. Ой, куда-то убежал уже. Не знаю, вижу это небо, красоту. Легкий ветерок колышется. Вот он, Звонок. И иду, и тишина, я могу петь, я могу кричать, я могу что угодно делать. И, боже мой, разве не это счастье? Я вижу, дышу, чувствую. Ребята, вот это настоящее богатство. Видеть, дышать, ощущать эту красоту. Простор вон там. Летит самолет. Привет, самолет. А здесь вот загородка, здесь коровки пасутся, да, это тяжелый труд, сельское хозяйство. Конечно, я не говорю, люди молодцы. Они сажают там по 100 соток, обрабатывают, и в них и коровы, и огород, и, не знаю, там птица, что угодно. Они просто молодцы, трудяшки. Вот. Но, ребята, это того стоит. Слышите? Сверчки. Боже мой, мне кажется, да, это настоящее, настоящее счастье. И если ты имеешь возможность пройти по дорожке, по пыльной дорожке, босиком, ощутить эти тепло, красоту, да, это лучше всех дорогих салонов, в которых ты, я не знаю, может быть, для кого-то счастье посидеть там в клубе ночном, где шум, гам, покурить, попить, я не знаю, что делать. А для меня счастье вот оно. Колышется, колышется веточка, ветерок дует, солнышко светит, птички поют. И какая же красота вокруг, ребята. Ай, это так здорово, ребята. Мы привыкли, не замечаем этих маленьких радостей. Человек без ног не может пройти и ощутить ногами вот эту дорожку. А если вы можете, то это уже счастье. А если вы видите небо, то это счастье. А если вы дышите полной грудью, то это счастье. Ребят, мы такие счастливые. Ой, пока, сажусь и еду дальше. Мы едем, летим, летим далекие края. Тобик со мной бежит. Да.
А впереди кошечка. Это наша улица. Это наша улица. Запугал кошечку. И звонок тут. Я остановилась фотографировать цветы. Тобик первый побежал, сел под кустик. Снимайте меня. Тобик, ну ты у нас молодец. Любитель фотографий. Настоящая русская женщина. Посмотрите. Умница, красавица, стройняшечка. А как работает, а? Это ж вообще. Вот можно любоваться. Все сама, все сама. А что делать? Вот это да. А как красиво-то, красиво как косит. Молодец. Девочка на сетке. А цыплята бегают, вон они. А курочка за ножку привязана и никуда не уйдет. О, какая красавица. Ты. Вон какие тыквы. Вон какие тыквы. Эти цветут еще. А вон какие красивые тыквы. Сейчас. О. Так, вон они какие. Ой, на дереве. Надо же. Боже, какая прелесть. Тыква забралась так высоко. Вот аж с самого низа вот тыква растет. И высоко-высоко-высоко. И вон аж на дереве тыковка. Никит, Никит. Ой, ты мой мальчик, Никит. На, обиделись. На. Вот так поет теленочка. Вот. Никитку. А там вон они, бычки стоят. А этот пьет молочко. Дайте мне молочко, дайте. Дай. Вот так. Напился молочко. Вот так. Здорово, да? Все. Напился молочко. Да, вот такой здесь молоке. Красавчик. Твоя курочка, иди сюда, красавица. Иди сюда. Ай, какая ты красивая. Вот такая. Видишь, как ты сказала, эти бройлеры? Красные. Красные бройлеры. Цып-цып. Цып-цып-цып. Мои цыплятки. Краса знает, что их снимают. Да, любите сниматься. Идите сюда. А плюются это вообще. Да, больно. Вечером загоняю их, они не хотят. Как клюнет в руку. Они ж такие ты. Не убегают. Такие. Я их вот подпихиваю руками. Заходите. Смотри, а та постарше, что ли? Вот у нее гребешок побольше. Почему? Это петуха, это курочка. А это петух? А что у него? Вот с красным петух, да. А это курочка. А вот. У него хвостик маленький. Ну и что? А тоже у петухов хвостики. А это петух, а это курочки. Курочки прям такие хорошие. Красивые. О, Баба-Люба и ее новый заборчик. А у нее, как всегда, красота. Красота, кругом чистота и порядок. И цветочки цветут, и каштан растет. Песики со мной. Всегда у нее красота. Ну, заглянем. Гостик Бабе Любе. Колодец с бидончиками. Собачка. О, как всегда, выпрыгивает из заборчика и лает на собачек. А это красавчик Богдан. О, какой классный парень. Вообще. А, как дела? Нормально. Как школа? О, молодец, молодец. Как вы думаете, что делает наша знаменитая бабушка Люба? Она сейчас закручивает арбузы. Дядь Люба, сколько вам лет? Вот какая умница. И как всегда у нее везде чистота, порядок. Накрутила, замотала. Молодец.